Цивилизация осьминогов. Моя голова находится в третьем измерении и в четвертом, а мои аватары на концах многих моих щупалец разбросаны по страницам социальных сетей. Они двумерны, хотя и звучат иногда, обладают каким-никаким своим собственным особым интеллектом, сообразно той социальной сети, в которой пребывают, и способны к совершению разумных действий в соответствии с задаваемым сетью контекстом и даже свободой. Но основные решения и руководство, конечно же, принимает и осуществляет моя голова и тело в 3D и голова и тело в 4D. Где же моя центральная голова и тело в каких «Д»? Как быстро фрактальная цивилизация осьминогов поработила и превратила нас. Цивилизация осьминогов. Где мое главное тело? Где моя голова? В скольких «Д»? Цивилизация осьминогов.